В Десногорске дважды в год традиционно проводятся месячники по очистке дворовых и общественных территорий. В них принимают участие коммунальные службы, коллективы предприятий и организаций, и просто жители нашего города. Предприятия коммунальной службы и благоустройства подошли к праздничной неделе с определенными результатами. Практически заканчивается месячник по санитарной уборке города. Вот. И вы нас застали, значит, при выполнении нашей ежедневной работы. Вот. Каждый день мы, ну, каждый на закрепленном участке работает, а сегодня мы собрались бригадой. Ну, помогают еще и другие наши профессии участвовать в субботниках. САЭС там и САЭС-сервиса вместе они. Вот. Атомтранс, малая механизация, Десна ТВ. Вот буквально вчера они тоже большой объем работ выполнили, вот газон большой на детской площадке у ЖКХ привели в порядок. Ну, в целом удовлетворительно, я оцениваю работу своего коллектива и привлеченных организаций. В течение всего месяца руководители администрации, комитета по городскому хозяйству и управляющих компаний проводили рабочие рейды по территориям микрорайонов, чтобы отслеживать ход проведения работ по уборке и благоустройству. Большой объем работы проведен, то есть мусор мы практически весь убрали, песок с дорог убрали, газоны убрали. Сейчас у нас завершающий этап, сейчас проводим ремонт и покраску малых форм. 26 апреля при обходе наших территорий глава города сделал нам замечание, которое мы сейчас устраняем. Замечание несущественное. Одно из замечаний – это уборка дороги, проезжей части возле 18-го дома, стоянка, мы уже убрали. Вот. И другое замечание – это уборка вот песчано-соляной смеси после зимы возле вот этих балконов, мест хранения. Это мы сейчас этим будем заниматься. 28 апреля десногорцы примут участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна», чтобы наш город встречал майские праздники чистым и красивым.